Бой Холлоуэй. Эдгар возглавит турнир УФК-222. Долгожданный поединок состоится весной. Чемпион УФК в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет следующий поединок против Фрэнки Эдгара, сообщает официальный сайт промоушена. Этот бой возглавит турнир УФК-222, который состоится в Лас-Вегасе, Невада, 3 марта этого года. Встреча между Холлоуэем и Эдгаром должна была состояться 2 декабря на турнире УФК-218 в Детройте, Мичиган, однако из-за травмы последнего ее проведение стало невозможным. Тогда вместо Эдгара в октагон с чемпионом вышел Джози Алду, который уступил Холлоуэю во второй раз кряду. Ранее сообщалось, что Макс Холлоуэй признан лучшим бойцом МА по версии MyFightingCom. По материалам сайта Newsgro.com.